Всем привет, дорогие друзья, с вами Санек. Сегодня мы с вами будем убивать орду из Биркрик в игре Days Gone или Жизнь после на сложности выживания 2. Ребят, находится она в регионе Билнап, вот, рядом с Hot Springs на севере. Вот вы найдете вот здесь вот ее три красные точки, как обычно я вам показываю. Здесь также есть засадный лагерь. В Бирлейк как ориентир можете опять же использовать, ребят. Ну вот я нашел эту орду, нашел ее на месте кормежки, там они сидят. И решил проверить на них мину, ребята, противопехотную. Знаете, в игре, конечно, ее не создать, но можно найти. Очень убойная штука, поэтому советую вам их экономить и использовать с умом. Вот, ребята, не просто так ее ставьте. Я хотел сманить, короче, как можно больше фриков и посмотреть, сколько она их унесет за раз. Это очень интересная тема. Чуть не сдох, короче, но получал просто по шиям. Но тут уже можно отхилиться. И вот тут вот фриков много, ставим и смотрим, сколько их умрет. Больше половины фриков сразу завалилось. Ну, орда была штук 50, я думаю, 60 здесь фриков. И мина показала себя просто с невероятно крутой стороны. Ну да, вещь, конечно, очень убойная. Фрики умирают очень быстро. Вот, ну а тут продолжаем их, короче, просто убивать. И я решил их пожечь. Взять коктейль Молотова, скопить их опять в кучку и просто пожечь, чтобы было интересно и красиво на это смотреть. Бегущие, орущие фрики горящие, это, конечно, еще то. Особенно в ночи, они как факелы бегают красиво. Красиво, зрелищно и страшно. Все сразу и очень даже прикольно получается. Ну вот, докидываем коктейли, не будем их жалеть. И смотрим, сколько фриков у нас останется. Да, в принципе, никого не осталось. Все, кого мы подожгли, все сдохли. Результат налицо, коктейли Молотова сыграли свою роль. У нас остается один единственный фрик. Я решил его пожечь электрошокером. Вещь прикольная, и пускай он подергается. Это даже очень даже забавно выглядит. Но самое забавное, ребят, будет впереди. Вы это увидите скоро, даже, может быть, услышите. Но пока продолжаем этого фрика добивать. Немножко танцев, и вот тут начинается самое интересное. Орда из Биркрика уничтожена, Hot Springs, повышен уровень доверия. Ребят, мы уничтожили 40% форта, самое интересное у нас впереди, слышите, как орет фрик. Ну, в общем, вы слышали, да? Ребят, если вам понравилось, ставьте лайк, и кому интересно, подписывайтесь на канал. С вами был Санек, до новых встреч по новым видео, по нашей любимой игре Days Gone или Жизнь после. Всем пока!